Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Трудно найти человека, который бы не знал и не любил замечательные произведения великого русского поэта. В день рождения Пушкина литературные объединения, люди, которые занимаются историей пушкинского творчества, поэты и школьники собрались не просто на день рождения гениального поэта. Они старались как можно больше узнать о нем. Наталья Минаева записалась в библиотеку всего год назад. Теперь ходит на все мероприятия и часто берет почитать сказки. Признается, Пушкин один из любимых авторов. Память развивают, много интересного узнаю о персонажах, о героях, о писателе, который написал эти сказки, истории. В этот день во всех библиотеках города прошли творческие вечера, где каждый желающий мог найти развлечения по своему вкусу. Участие в сценках, чтение стихов и обсуждение биографии поэта. Пушкин и через века объединяет и окрыляет.